Мать пришла, плохие новости рассказывать. Ну, выходи туда, сейчас расскажу. Давай, у тебя какие мысли, какую новость плохую я принесла? Ты же мне тоже сегодня плохую новость принесла. Я не знаю, какую плохую. Короче, не существует этого кафе с капибарами. Представляешь, в Москве? Я хотела сейчас, чтобы мы пошли. Показала, что это обман. Ужас. Как жалко. Ну, вместо этого мы сейчас пойдем в кино. Ты мне сегодня звонит, говорит, мам, у меня есть три новости. Одна плохая и две хорошие, да. Я говорю, давай. Она говорит, с какой начать? Я говорю, начни с плохой. У меня тройка по русскому. Я говорю, а хорошие новости? Ее можно исправить, и у меня корешок. Корешок у тебя давно нет? Это не корешок, мне, короче, дали наклейку за английский с капибарами. А, это не то же самое. Нет. Что, Люба врет опять? Ну, постоянно вот так вот высокий хвост делают, челку вот так забирают, постоянно косичку. Ну, как бобжик с одной прической каждый день ходит. Не, ну тебе хорошо сейчас было, когда я тебя забрала? Как у тебя был? Хвостик был уже? У меня был вот с челкой хвостик. А Люба мне вот... Нет, у нее была челка, но она же что отстригла челку, чтобы с ней ходить, да, а не прятать ее. Да, она говорит, что Маринке не... Она говорит, что ты... Мне такое Марина не говорила. Люба сегодня сказала то, что мне Марина Евгеньевна говорила, что ты распускаешь челку. Один раз было. Один раз мне Маруся Люба с челкой сделала. Это что? Это что такое? Коктейль, который ты заказала. Вкусненько. Почему руками? Так вот. Вкусно? Ну, все на свое место. Спасибо. Ну, ты. На внимание твое хочет. Ай. День морковки. Ну не мучай, сестрен. День Маруси, день морковки, потому что. И сегодня еще день крыски. День морковки. Может, похоже на морковку. Значит, ты, Юха, всех друзей собрала. Это мама Пао. Вот это мама Пао? Да. Это голубь Пао. Это просто... голубь Валера. Валера. Давай, все. Что там? Подожгли свечки? Да, сейчас будешь снимать. Мам, пошли. Иду. Все. Идем, давайте. С днем рождения, Пао! С днем рождения, Пао! 6 лет. С днем рождения, Павлуча! Сейчас. Поздравляем тебя! Паузу давай. Ура! Целую палочку своего. Ну, супер.